Saigon Dragon presents, Saigon Дракон представляет. Comrade Atomy in a Space Tales, товарищ Атомного в космических сказках. Said on the first launcher has that cool, you know, white-black comics intro. Очень жалко, здесь очень классное стилизированное вступление есть в игрушке, да, оно черно-белое такое, клево сделано. К сожалению, невозможно его показать, он только в первый раз при запуске работает. Это у нас вторая демка, this is the second demo, and live long and prosper, живем и процветаем. Our exact whereabouts are still unknown. Probe deployment underway. Stand by for further updates. Наше местоположение неизвестно. Запускаем зонд. Ожидайте следующих обновлений. Мы были сбиты биологически зараженным астероидом. We were shut down by the biologically infected asteroid. Бип-буп-буп. Перевод не нужен. Пи-пи-пи-бупу. Да. Би-би-пип. Пи-пи-пи-буп. Okay, good. Nothing yet. Oh, we must be far from the designated landing zone. Ничего до сих пор неизвестно. Мы, наверное, далеко от зоны посадки. Begin scanning the surroundings. Начинаем сканирование окружающей среды. We are as a commander. Мы один из командиров. What's the casualty report? Отчет о потерях. Boop. Boo. Okay, two survivors. Два выживших. Commander, it's just us. Остались только мы. Our ship was hit by an asteroid upon entry. Seems our intel underestimated the Nestor's activity level. Наш корабль поражен астероидом с орбиты, и мы не оценили мощности инопланетян. It wonder how much time left until it reaches critical mass. Сколько времени понадобится до того, как заражение достигнет критической массы, нам неизвестно. Will you are alive, aren't you? Вы живы, и это хорошо. That's the first victory in my book. Это первая победа на сегодня. Commander Falcon, as in Alexander Falcon, the son of General Falcon, the legendary IP general. Командир Ястреб, Александр Ястреб, как у известного генерала, который командовал войсками IP, им большая честь. I appreciate your respect, recruit, but my lineage doesn't mean anything here. Я уважаю твое уважение, рекрут, но здесь мое наследство не имеет никакого значения. It's about what we do together. Let's focus on surviving this. Более важно, что мы будем делать вместе для того, чтобы выжить. Давайте сфокусируемся именно на этом. IP. IP Neuraline connected. Соединение нейросети IP установлено. Commander Falcon, you are 350 miles from the mission landing zone. Командир Ястреба, вы в около 500 километрах от зоны посадки. None of your fleet's shuttles have reached it. Picking up signals from recruit suits in the area. All probes are silent. Ни один из кораблей вашего флота не достиг точки назначения. Сканирую окружение на наличие выживших. Выживших не обнаружено. You are in a waking distance of the previous settlement mission. Your probe can repower the hub. Вы достаточно близко к остаткам прошлой экспедиции. Ваш зонд может активировать технику, которая там может быть. Probe, you stay here for now. Зонд, остаешься здесь. Sorry, you'll miss all the fun. Извини, что пропустишь все веселье. We'll contact you when the path to the hub is safe. Мы свяжемся с тобой, когда обезопасим путь к месту. Boop. Okay. Nestor size ratio to planet is at 32%. Chances of survival are 17%. Уровень заражения планеты 32%. Шансы выживания 17%. Adding location of potential survivors on your map. Chance of survival will increase if you find other soldiers ready to fight. Добавляю местоположение других возможных выживших. Шансы на выживание увеличатся, если вы соберете больший отряд. Mission objective updated. Good luck, Commander Falcon. Задачи на миссию обновлены. Удачи, командир Ястреб. Oh. No time to lose. We'll pick up anyone we can on the way, if any lucky souls are still standing. Ладно. Ну что, двигаемся тогда. Тут стоять на месте не стоит. Подберем всех, кто остался выживший, и попытаемся выжить.
The Nestor won't wait for us. А зараженные не будут ожидать того, чтобы мы прохлаждались. Shoot to kill and kill anything, purple. Стреляем на поражение и поражаем все, что розовое. That's a nice approach. Вот это мне уже нравится. Okay, squad one assigned. Первый отряд назначен. Okay, shell rain. Fires three consecutive shots in front of him. Ага. Дополнительный выстрел можно использовать. Okay, that's the easy box. The second demo is much better than the previous one. Да, конечно, второе демо уже тут и сюжет есть, и миссия. Игрушка будет классная, я чувствую. So the game would be awesome, I think. Get out. Уходим. Move, 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 move away. Fire. Okay, let's go slowly. Давайте-ка медленнее. Can I keep the suit? Yeah, you can keep the suit. Да, можете сохранять свой костюм. Animations need to be worked. Над анимациями еще нужно поработать. They're walking and commander is just sliding. Командир просто как бы проезжает. Okay, that's the first location of any survivors. Это где-то первое место для выживших. Here we go. Вот они. Go, 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 go. Вперед. Победа в зоне досягаемости. Don't sweat it. We made contact with the IP and have new orders. Отставить прохлаждаться. Мы получили новые приказы от IP. Stick with us and we'll make it through this mission together. За мной мы выберемся отсюда. Okay, second group. Form up. Вторая группа, формируем. Use the special ability. Спецспособности, вперед. Да, действительно, провал это никакая не... Вариант. Провал не вариант. Yeah, they need to work on the animations. In the first demo, the animations was better, but it was more glitchy. And this is better polished, but it has problems with animations. Да, в первой демке анимации были хуже, ну лучше, чем здесь, но она больше глючила, а здесь уже вот прямо видно, что поработали над оптимизацией. So they worked optimization nicely, and I guess this is the new hit of the survival RTS genre after the success of the Abilions. So this game would influence the genre a lot. Я думаю, эта игра очень сильно повлияет на жанр стратегии выживания после, наверное, это вторая будет по крутости стратегия в жанре выживания после основателя, собственно, жанра этих их миллиарды, the billions. It has that good gameplay and unique style. У нее есть очень хороший такой привлекающий стиль и игропроцесс. Oh, who's that? Это кто такой? Take the audio. Давайте-ка магнитофон. Sander. It's a data box from one of our ships. Rest in peace, soldiers. Это данные от одного из наших кораблей. Спи в кусочками, боец. Okay, so we've covered this position. Так, мы... Back, 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 назад. Open fire. Use the special ability. Спецспособность давай. Fire. Forward, вперед. Can we like stop? Можем ли мы быстро остановить? Yeah, S. Emergency stop. Да, у нас есть экстренная остановка. I don't know what's a button to use that special ability. Вот как нету горячей клавиши, как использовать следующую кнопку. Okay, Alexander forward. Alexander вперед. Oh, it watching us. Смотрит за нами. Hit him in the eye, в глаз выстрелить, вот это. I see you got your father's shotgun. Смотрю, у тебя есть дробовик твоего батяни. It's been modified for rapid fire in case things get worse. Есть режим быстрого огня, если ситуация вдруг ухудшится. Okay, fire, fire, fire. Огонь, open fire. You know, they look like toys from the Toy Story. Вы знаете, вот здесь такая стилистика вот этих космонавтов, как Buzz Lightyear, по-моему, из игрушечной истории. Ну, вам
двигаемся. All this eye has died. По-моему, этот глазик уже помер. Fire, огонь. Use special ability. Давайте-ка дробовичок. Поменим. What's up here? Что у нас здесь? Nothing. Ничего. Moving ahead. Двигаемся вперед. That's a nice mission where we are get used to controls. Да, хорошая миссия, где мы ознакомливаемся с управлением. Closing in, ближе. Failure is not an option. So do not fail, так не проваливайся. Okay, good, хорошо. In heaven or hell, we'll be united. We are already united. Мы уже объединены. Then we will unite more because we will find another survivors. Мы сейчас еще больше объединимся, потому что мы найдем кого-то выжившего. Oh, this one is, I guess, alive, but he's just sleeping. По-моему, вот этот чувак просто спит, да. Мы не будем его тревожить, но он выжил. Он точно выжил. That one definitely survived. Move forward, soldiers. Вперед, солдаты. И знаете, почему мне заставка понравилась? Она очень контроверсивна, понимаете? Изначальные заставки были типа там вот пропаганда, откройте новые миры и все такое. А вот вот эта черно-белая заставка, она такая депрессивно жесткая прямо. Знаете, вот контраст очень четкий получается между вот этими пропагандистскими видео, которые здесь вставлены, и тем жестким, что в черно-белой заставке сделано. Мне очень понравилось. I really like that the plot, and I really like it that, you know, thing with the black and white cartoons that explains that nothing that it seems. Commander Xander, we were on our last leg. I can't thank you enough. У нас заканчивались патроны. Рада, что вы пришли на помощь. Thank me later. Right now we need to prioritize connecting with the previous expansion mission hub a few miles east. Поблагодарите потом. Сейчас нам нужно соединиться с колонией, которая была здесь ранее. I know you all just had a thought fight, but we'll need everyone at full capacity. Nurse, you got any of that good stuff on you? Медсестра, я понимаю, вы были в бою, но есть ли у вас хорошие какие-то штучки для того, чтобы поправить наших солдат? Okay. Get it here. Ну, пошли. What we need. Okay, so that's G. Ага, это у нас G. C, let's do it. Ну, давайте-ка. Boys, I feel great now. Do you feel, guys, feeling good? Ой, замечательно, как хорошо. Готов танцевать и убивать. И танцевать на трупах. Мне очень хорошо. I feel great, let's go. Wow, I feel like running. I should start painting too when I come back home. I've always loved painting. Я хочу идти, нет, я хочу бежать, я хочу рисовать, я хочу быть художником. Художником, который рисует кровью. That's glad. Это замечательно. Окей. Second squad assigned. Второй взвод назначен. Nurse, get near. Медсестра, ближе. Делайте ему кольчики. Oh, so that's E, special ability. Ага, у нас спецспособность на E использовать. Moving on, soldiers. Вперед идем. Шрамы сексуальные. Cool, прикольно. So she's flying. Can you fly through? No, she's flying just over the ground. Не, она просто по земле может. Не волнуйтесь, все будет хорошо. I hope everything would be better than fine. Here we go. Так, а вот и наши спецспособности. Победа близка, ребята. За мной, ура! We shall win, we shall prevail. That's what I say. Star Commander Atom with you. Какой там ястреб? Звездный командир Атом с вами. Ребята, все будет хорошо, все будет отлично. Но не для всех. But not for everyone. Only for those who are brave. Только для тех, кто смел. И достаточно жесток к врагу. And pretty brutal to the enemy. Show no mercy for those bugs. Никакой жалости к этим жукам. They are not your home pets, and they do not look like kittens. Они не ваши домашние животные и не выглядят как котята. Поэтому убить их всех, ребята. Kill them all. Kill, kill, kill.
Where is that painter that paints with blood? Paint some picture. Где этот художник, который рисует кровью? Нарисуй пару хороших картин. There's a rock and roll. Давай, так и сюда. Жуков. Смерть быстрая ждет пока. Да. Сделайте себе ожерелье из зубов этих тварей. Ра. Made a knuckle from the teeth of those fallen bugs. Fire here with desire. Yeah. Fire with desire. Давайте-ка, вдохновенно огонь. С увлечением, с музыкой, с танцами и плясками. Танцуйте и стреляйте. Стреляйте и танцуйте. Вот, хорошо. Молодцы. That's good. Okay, one data. Еще музычку возьму. That's more music for us. Больше музыки для нас. Okay, what's up here? А тут у нас что? Ah, okay, we need to explore all the corners of this. Нужно все закоулки проверить. Hey, here you go. This is not the rosy flowers. Это не розочки вам. Это хищные твари, которые хотят вас сожрать, а притворяются милыми цветочками. Those aggressive flowers would not pass. Stop here. Стоим здесь. Our genes. We need to take that. Немного генетических кока-колы будет неплохо. Или не кока-колы. Кваса. Геноквасы. Геноквас. Это очень хорошо. Oh no, твою мать. Everybody back. Всем немедленно назад. Back, back, back. Назад. Now, here we go. Вот так вот. Пошли. Fire. Open fire, open fire. Огонь, 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 огонь. Soldiers, move out. Солдатам немедленно уйти. No, 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 no. Oh. You need to survive. Нужно выживать. Heal. Лечимся. Oh. That was a good fish. You have fish for today. Сегодня на обед рыбка. Которая сказала нам привет. Oh no, again, снова. Fire, огонь. Back, назад. Stand there, стоим. Back. Hold the line, снова держим позицию. Hold the line. And another fish. Who wants? Еще немного рыбных палочек, кто хочет. Take them. Берете их. It would be good if they are blood retained and the corpses of the dead monsters. Было бы прикольно, чтобы кровь и остатки монстров как бы оставались. Returning back. Возвращаемся назад. Did we lost anybody? Мы хоть кого-то потеряли? Second squad. Второй отряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, that's all. Нет, все на месте. Только вперед и только все вместе. Мы как пионеры. We are like pioneers. Okay, we need to stand in a needed moment. В правильный момент надо, главное, остановиться, успеть. Mandatory fun. Go, go, go! Обычное веселье. Кто не пил веселое зелье? That's an ordinary... Okay, new music. Лучше музыку возьмем. И теперь дальше пойдем. Let's continue on. We need to be prepared for another wave of them bags. Так, готовимся стоять здесь. Подходим сюда. Медсестра, забери, пожалуйста, напиток с геноквасом. Геноквас, take... Taken? Okay, great, хорошо. You can keep the suit. Можешь оставить костюм. Somebody is pissed off. Let's kill it off. Кто-то раздражен, давайте-ка его убьем. Мы будем едины. В едином порыве.
I think you're lying, nurse. Я думаю, медсестра врет по поводу сексуальности боевых шрамов. These tremors are getting stronger. Something big is stirring beneath us. Что-то большое под нами. I seen some eyes. Видел чьи-то глаза. We've picked up a massive Nexera biosignature underground near you. Большие сигнатуры какой-то твари около нас. Окей, got it, понял. Damn, да твою ж мать. Nurse back. Медсестра, немедленно назад. Oh, no. Soldiers, soldiers, retreat. Солдатам немедленно отступить. Use healing. Лечимся. Окей, got it, понял. Fire, огонь. О, run away, уходим. It's better to go run away, лучше уйти. Soldiers get in, солдаты ближе. Tentacles, remove the tentacles, убиваем этих самых. Эти тентакли. Розовые дилдаки. Уничтожить розовые дилдаки. Destroy the rosy dildos. Soldiers back, солдатам нас... Oh no, твою мать! I've lost some, я кого-то потерял. So we need not to approach closer. Не надо близко приближаться. I will do that myself. Я сам справлюсь. Because I can do. Потому что я могу. Okay, get away. Уходим. Commander, here we go. Командир, сюда. Fire, огонь. Kill that. Flowers. Цветочки любви, блин, и жизни, да. Давай сюда. Окей, that needs a lot. Да, конечно, надо это самое хорошо так управляться со своими управлениями. That's nice to have a good control. Окей, I will survive this. Я это выживу. Очень весело все, да, я согласен. Very fun. That feels... they need to take some ideas from, you know, Stalin versus Martians. Нужно кое-какие идеи брать из Сталина против марсиан, да. I've lost 3 soldiers. 3 солдата потерял. I don't want to lose more. Больше не хочу терять. Because I'm a good commander, потому что я хороший командир. Everybody would say that I'm a good commander. Everybody saying. Все пейте. Лучше пейте о том, что я хороший командир. Moving around. We will have some fun. Будет немного весело. Okay, I don't mind about this. Меня это даже немного не задевает никак. Окей, get away, уходим. Goodbye, пока. Окей, let's get healing. Давайте калечимся здесь. Get here, сюда пошли. And I will continue to move on. You hold the position. Держите позицию, а я вот здесь разберусь. Окей, get out, уходим. Fire, огонь. That boss would be destroyed. Этого босса надо прибивать. Окей, get out. Они вышли из зоны поражения. Оу, run away. Уходим. Good, отлично. Fire, огонь. No, that's cool. Прикольно, блин. That's really original. Очень оригинально так. Fire, огонь. Fire here, огонь. Monster dead, monster not. Yeah, it is easier without us, my soldiers. Легче без солдат, конечно, его мочить. Now I need heal. Так, теперь нужно полечиться немного. Soldiers back, солдатам всем назад. Heal with your stuff, давай к своей. Фишкой. Open fire, огонь. Yeah, that's... Да, очень быстро надо, короче, здесь разбираться со всем. Half health, половина здоровья уже выбита. Open fire, огонь.
Now my time. Теперь мой черед. Yeah. Oh, that's bad. Это совсем плохо. Эй, хил. Лечим меня. I need some healing. Мне нужно немного лечения. Бейб. Трошечка. And go again. И снова погнали. Yeah, that's fun. Да, это весело. Get out of range. Выходим из поражения. Окей. Get here. Сюда пошли. Getting out. Выходим. Окей, that's good. Хорошо. He would use special... Да, вот, спецспособности использует. И выйдем. Сюда пошли. Running away. Уходим. Окей, good, хорошо. Anyway, уходим. Almost dead, почти убили его. Set those bodies would don't see that. Жалко, те трое ребят уже не увидят этого. But they can hear, но они все еще могут услышать. Окей, босс is cool, босс классный. That's definitely enjoyable, реально клево сделано. Окей, мама, нет. Get out. Уходим. Окей, almost finished. Почти прикончен. Oh, no, get here. Сюда пошли. Get in. Уходим. Окей, almost done. Почти готово. Эй, hey, what are you doing here? Почему вы все время подходите, you two, вы вдвоем? Are you the bravest? Вы что, самые смелые? I'm here the bravest. Здесь смелый самый я. Вот такая ерунда. Ну, вы можете быть после меня, да. You can be after me. Fire, огонь. No, that would be definitely hit. Нет, это точно будет хит. And that monster dead. Seen how I kill that? Видели, как я его убил, да? Сталин would be proud. Товарищ Сталин был бы доволен. By the way, check out the complete walkthrough of the Stalin versus Martians. Кстати, посмотрите именно нашу историю, как мы начали сражаться с этими инопланетянами. Сталин против марсиан. Тогда мы думали, что они марсиане. Они не марсиане. That time the comrade Stalin thought they was Martians, but they was not. Okay. Now, fun is ended. Now we are resting off. Да, веселье закончилось, теперь мы просто отдохнем. И вперед пойдем. Go. Пошли. О, да, твою мать. They killed somebody, они кого-то убили. Sender to IP. It's a carnage down here. A recent battle went down, but these guys weren't part of my mission. IP, это товарищ атомный. Здесь была бойня недавно, но это не часть моей команды. Right, правильно. Oh, somebody survived. Кто-то так и выжил. Freeze, застынь. This is under IP jurisdiction. You better give me a mission probe code in the next 3 seconds, or I'll cook you where you stand. Это место проведения задания IP. Давай мне свои пароли, или я тебя прибью через 3 секунды. What? Что? Our shuttle's code is FG-675-8. And hey, keep that zapper down. It's empty anyways. И опусти свою стрелялку, у тебя все равно патроны закончились. На шаттл FG-678. Damn it. My last zapper bulb was for me. Those night attacks saved it for when the sun sets. Твою мать, последняя банка с снарядами закончилась из-за этих ночных атак. Хотел для себя приберечь, но не получилось. Get yourself together, recruit. What shuttle did you arrive in? Can't get your signal. С какого шаттла ты прибыл, рекрут? Не нашел твоих сигналов. The probe was lost on the first night.
We managed to survive three waves, but the nests are closing in. Мы пережили три ночи, но приближается сюда эта самая инопланетная херня, и мы не можем дольше держаться. No offense, Commander, but even with our team, we'll die on this planet. Безобидно, даже с вашей командой мы сдохнем на этой планете, капитан. Let's put that to the test. You can dwell on your fate, or you can grab this bulb, load your zapper and help us. Ты можешь, конечно, молиться, ты можешь, конечно, похмелиться, но хватай эту бутылку, вставляй в свой лазер и вперед в бой. My directive is to find a command hub not far from here. The probe will need some time to repair it, but that's our only chance. Здесь есть командный пункт, и нам нужно добраться до него, чтобы наш зонд починил его. That's all thing? Это старая хреновина? It's in shameless. Shameless. You won't get it back running with just a probe. Да не получится у вас ее починить, это же старая сковородина еще со времен товарища Сталина. I'm very good at killing things, but fixing not so much. Я очень хорош в убийстве, но в починке не очень, совсем не очень. Даже то, что я пытался починить, я часто убивал, как бы так. I was inside when we got attacked. I know what needs to be done. You know, I'm bad in repair, I'm good at killing, and sometimes I'm even killed what I intended to repair. That can happen, you know. You and your guys hold off the next era, get the probe to the command hub, and I'll handle the inside repairs. Я, короче, постараюсь починить все изнутри, а вы как бы держите периметр, хорошо? Welcome back to the IP, soldier. No time to lose. Make your way there and let us know when you're ready. Хорошо, солдат, в общем, приветствую тебя снова в строю. Давай, иди, чини. Только смотри. Не убей там никого. Got your six. Окей, probe with us, drone с нами. Where is my crew? Где мой экипаж? All goes down. Так, все пошли сюда. Hey, you. Вы, ребятки. Special invitation for you also. Специальное приглашение для вас отправлено. Пинок называется под зад. Can I keep the suit? Yeah, keep the suit. Да, сохраняешь костюм. Is there somebody... Тут еще кто-то есть? No, nobody. Нет, никого нет. Okay, get ready. Приготовиться. Got your six. Probe commands repairs. Зонд, начинай ремонт.